Всем привет! В сегодняшнем видео будем делать вот такие ободочки. Смотрите. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Нам понадобится фетр, ободочек, вот такие бусины в виде капельки, вот такая и вот такая середина. Как я его сделала, у меня есть мастер-класс, я оставлю ссылку. Итак, нам нужно формировать форму бантика. Вот такая форма. Теперь вот эту середину склеим уже сразу по центру. Клей у меня вот такой универсальный. Сначала по краям приклеим вот эти бусины. Все, что использую, заказывала на Алиэкспресс. Ссылка будет в описании, заходите, смотрите. Если вам устроит цена, можете заказывать. Так, теперь нам нужно вот такие стразики. Это акриловый страз белого цвета. Двухсторонние. Если нет, можно использовать и полибусины. Так, вот эти бусины. Теперь наношу клей. Теперь можно склеить на ободочек. Вот такой ободочек получается. Смотрите, симпатично. Тут я клеила бусины капельки равномерно. Видите? А здесь клеила хаотично. Я надеюсь, данный мастер-класс вам будет полезен. Всем спасибо. Всем пока.